стоите? Два мангуста. Да, сейчас готовится к навигации. Два КС 701 катера. Вы сейчас полный кинул. Сейчас еще катера должны подойти. Да. На специализированной площадке проводится смотр сил и средств. Начинается паводкоопасный и лесопожарный период. Нужно быть в полной готовности. Оценивает эту работу рабочая группа Главного управления МЧС России совместно с начальником Вячеславом Федосеевым и первым заместителем губернатора Романом Колесовым. У нас традиционно паводок сменяется лесопожарной, такой напряженной обстановкой. И в этом плане качественная подготовка к этим предстоящим событиям во главе угла и правительства области, и смежных реагирующих структур. Сегодня одно из мероприятий, которое мы проводим, это смотр сил и средств всей нашей группировки Иркутской области. У нас на территории региона работает комиссия Центрального аппарата МЧС России. Вместе с ними проводим такую работу. В проверке сегодня участвовали 175 человек, 75 единиц техники от МЧС, Министерства лесного комплекса, пожарно-спасательной службы, полиции, Росгвардии, добровольческих формирований и других подразделений, которые привлекают к ликвидации возможных ЧС. Вчера мы разделились и посетили ряд органов местного самоуправления на территории области. В частности, я работал в Ангарском городском округе, коллеги работали в Слюдянке. По результатам работы предварительно, значит, мы оцениваем, что подразделения территориальных функциональных по системе РСЧС, они готовы к действиям по предназначению. Оценка будет окончательно дана по итогам проверки. За несколько дней такая проверка пройдет в формированиях Братского, Тулунского, Тайшетского и других районов области. Виктор Амзакин, Сергей Коваленков. Новости сейчас.